Урок мастерства для учащихся Видновского художественно-технического лицея провела в историко-культурном центре Татьяна Еремина. Юные художницы учились с помощью педагога росписи по дереву. Им показали и рассказали о видах росписи – хохломской и мезенской. Чем они отличаются и какие детали характерны для каждой. Начинать, сказала Татьяна Николаевна, нужно с простого. На бумаге попробовать рисовать элементы. Научиться азам важно всем, даже тем, кто не собирается посвящать себя творчеству росписи деревянных поделок. Много элементов, которые связаны в разных росписях. Это вот как капельки, скобочки, правильная постановка руки обязательно, вот, чтобы ввести эти элементы вот тоненько. Не сразу получается на отлично, но девочки старательно выводят каждый элемент, ведь у всех есть желание познавать новое. Я рисую уже 6 лет, но я хожу на графику, там обучаюсь. И сейчас вот мне даже нравится рисовать не только графику, но и роспись. Именно такие мастер-классы позволяют развивать способности к рисованию и учиться не только у своего педагога, но и у других мастеров изобразительного искусства.